Всем привет! С вами рубрика «Не скучаем» и я, Мария Сухих. Сидите дома, скучаете, у вас плохое настроение. Сейчас я вас развеселю. Слушайте стихотворение Александра Коваленкова «Почему медведь зимой спит?» Разморозной зимой вдоль опушки лесной шел медведь к себе домой, в теплой шубе меховой. Шел он к себе в берлогу по проселочной дороге. И, шагая через мост, наступил лисе на хвост. Подняла лисица крик, зашумел темный лес. И медведь с испугу вмиг на сосну большую влез. На сосне веселый дятел белке домик конопатил и промолвил: ты, медведь, должен под ноги смотреть. С той поры медведь решил, что зимой надо спать, по тропинкам не гулять, на хвосты не наступать. Он в берлоге безмятежно спит зимой, покуда снежно. И доволен неспроста, что родился без хвоста. Всем пока, слушайте стихи вместе с МТС и не скучайте!